Et... beaucoup... Это наушники kz 1 или ZN1 Mini как ее еще называют, потому что это версия без шумодава, то есть предусилителя на проводе. Я купил их за 500 рублей с доставкой на распродаже AliExpress. Так они стоят типа 1700 рублей, но поскольку Ali это магазин вечных распродаж, практически всегда можно найти их там по 700 рублей. КЗ это сокращение от Knowledge Zenith зенит знания. Отличительная особенность именно этой модели ZN1, а не другой модели KZ. Два динамика в каждом наушнике. Есть еще ZS, но они хуже. Впервые я услышал о вкладышах с двумя динамиками в каждом ухе в теперь уже далеком 1994 году. Один друган рассказывал мне, что он якобы купил такие затычки Sony в Германии за 100 долларов. По тем временам огромные деньги, зарплаты были долларов по 200. И они замечательно играли, пока не сломались. В общем, я не знаю, существовали ли они в природе, или он выдумал все это. Если вдруг вспомните модель вкладышей Sony с двумя динамиками в каждом ухе, причем из 90-х, а не современную, отпишитесь в комментах. Сегодня же два динамика это довольно популярная тема, как у именитых производителей, там встречается и два, и три, и даже четыре драйвера в одном ухе, так и у китайцев. Есть, например, VGGB V1S, где оба драйвера одинаковые. Не, конечно, как сейчас помню в советские времена, когда нормальных динамиков было не достать, зато относительно свободно можно было купить динамики, которые устанавливались в Жигули пятерки и шестерки. Качество у них было поганое, сильно разнились частотные характеристики у, казалось бы, одинаковых динамиков. Поэтому энтузиасты собирали целую стену из таких вот одних и тех же динамиков, и когда они играли вместе, АЧХ более-менее выравнивалась, и звук становился лучше. Но это было давно, а в ЖЖБ V1S с одинаковыми драйверами параша. В ZN1 эти драйверы разные, один побольше, другой поменьше. А также есть кроссовер, который нижние частоты пускает в один динамик, а верхние во второй. Оба драйвера динамические, а не гибридные. Один динамический, второй анкерный, как в Саянах. Впрочем, об арматурных наушниках я расскажу в отдельном видео. И я хотел было сказать, что в отличие от тех же VE Monk, которые по сути клон Sennheiser 300, как и многие другие клоны в тех же корпусах, наушники ZN1 это уникальная разработка китайцев, но увы и ах нет. Подобный же корпус, хотя и с другим расположением драйвера, применяется в тех же Шуре и Fit Ear to Go. Как видите, в ZN1 провод проходит за ухом, что довольно удобно. Сам провод толстый, и он действительно не запутывается, в отличие от всей этой гребаной лапши, и мягкий, то есть не выдергивает наушники из уха при каждом повороте головы, в отличие от проводов в оплетке из ниток. Провод с неким двойным экранированием. Многие спорят, что экранирование проводов наушников бессмысленно. Я же считаю, что хуже от этого не станет. Это как заклепки на джинсах, которые укрепляют швы. Они вроде бы и не нужны, джинсы протираются совершенно в других местах и гораздо раньше, чем начинаются проблемы со швами. Но тем не менее заклепки это запас прочности. Также и здесь запас по качеству. Опять-таки многие со мной спорили, что толстые провода наушникам не нужны. Может это и так, но все-таки если не сэкономили и поставили толстый провод, то от этого хуже никому не станет. Провод от наушников как хуй, он должен быть толстым и гибким, но в отличие от хуя не должен ирригировать, особенно на морозе. Отсутствие эрекции провода не дает наушнику выпасть, особенно если он пропущен за ухом. Это опять-таки довольно модная тема, и таким образом провода пропускаются у многих моделей, а другие производители делают различные держатели для закрепления наушников на ухе. Жалко только, что китайцы со сборочной линией КЗ этого, видимо, не знали, потому что надписи нанесены наоборот. Надписи левый и правый крупные и отчетливые, что, кстати, большой плюс. Провод не крепится на железячках, как в других моделях КЗ, но, впрочем, это, наверное, плюс. Металл быстро разломает пластик. Пластик, как видите, прозрачный и, скорее всего, довольно хрупкий. Собирает все отпечатки, а самое главное, уже с завода приехал поцарапанный. Блять, как же меня это бесит. Делитель провода не двигается. В общем, провод мне понравился, единственная, пожалуй, претензия, он коротковат, не хватает вот буквально 5 сантиметров, видимо тех самых, что проходят за ухом. Китайцы-то из сборочного цеха об этом не знают и по привычке нарезают провод стандартной длины. Из-за этого, даже при среднем росте, скажем, не знаю, 175 сантиметров, если положить телефон в карман джинсов, то длины провода уже не хватает, и телефон висит в кармане на проводе, зацепленном за уши. Процесс надевания наушников на ухо, кстати, чем-то напоминает чисто бабский жест, когда они заправляют волосы за ухо. Я свои снабдил теми самыми силиконовыми крюками, о которых я уже рассказывал, встали как родные. У Zen 1, несмотря на то, что это просто наушники, а не гарнитура, то есть микрофона нет, тем не менее разъем с четырьмя кольцами. Ну, видимо, для унификации и, как следствие, удешевления производства. Сам разъем боковой, мне это почему-то больше нравится, чем прямой разъем. Также в комплекте липучка для провода. Чтобы вкусненькая ушная сера не попадала внутрь, канал прикрыт решеточкой, а также с наушниками поставляется целых три пары силиконовых затычек разных размеров. При неплотном прилегании пропадает звукоизоляция, а самое главное, заметно ослабляются низкие частоты. А при плотно сидящих вставках появляются странноватые ощущения, когда в ушах слышен стук собственных шагов, передающийся по костям, ну и прочие прелести, но к этому привыкаешь. Ну вот и подобрались к основному вопросу. А как, собственно, звучат эти наушники? Я не буду приводить частотные характеристики по двум причинам. Во-первых, я не располагаю оборудованием для замера АЧХ, поэтому максимум, что я могу сделать, это приложить чужой график, а какой в там ток. А самое главное, если звук не нравится чисто субъективно, то никакая, даже самая идеальная АЧХ его не спасет. И сразу оговорюсь о прогреве. Перед тем, как начать слушать, я оставил наушники воткнутыми в плеер с включенной музыкой на двое суток. Потому что я считаю, что прогрев полезен, но совсем не потому, что электроны в проводах выстраиваются, как на параде планеты и прочий бред. А по простой причине, у свежих только с завода наушников жестковатый подвес мембраны излучателей, и через какое-то время он разрабатывается и ход становится легче. А чем легче ход, тем больше мощности переходит в звуковые колебания. они а теряются на преодоление механического сопротивления этой самой мембраны. Если на больших колонках это незаметно, то на малюсеньких динамиках в наушниках очень даже. Вот такая вот у меня теория. Также я постараюсь воздержаться от аудио простите, аудиофильских терминов, поскольку они меня самого писят. Первое, на что хочется обратить внимание, отлично настроенный кроссовер, который отправляет нужные частоты на нужный динамик. В результате средние басы, то есть мидбас и низкие басы, не перемешиваются в общую кашу со средними и верхними частотами. Каждый динамик выполняет свою работу, и в звуке нет провала между этими частотами. Бас именно такой, как я люблю. Он не бухает, не заполняет собой весь звук, а самое главное, на композициях, где есть басовые переходы, все они слышны. Можно даже услышать переходы там, где другие затычки дают ровный тон. Бас не густой, а именно вот Мягкий, как губка, обволакивающий, так что даже любителям долбежки придется по вкусу. Вокал прекрасный, высокий тоже на уровне, но, наверное, могли бы быть получше. Чуть не хватает этой вот самой вот прозрачности. Идиотское аудиофильское слово. В любом случае, не возникает желания что-либо крутить в эквалайзере. Наушники хорошо звучат при отключенном эквалайзере. Как, в общем-то, и должно быть. Особенно хотелось бы отметить сцену у ZN1 есть вентиляционные решетки, которые по сути делают их открытыми наушниками. За счет этого сцена просто огроменная. В общем и целом я приятно удивлен качеством звука, качеством сборки, качеством упаковки, богатой комплектацией. Приятные наушники за более чем приятную цену. Лучше, наверное, за эти деньги не найти. Рекомендую. Китайские поэмы в прозе на коробке это, конечно, пиздец.